Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и я продолжаю знакомиться с играми в Apple Arcade, и на очереди у нас Overland. Постапокалипсис, короче, здесь какие-то твари с непонятно чем на голове бродят. Короче, сейчас мы посмотрим, я постараюсь начать новую игру, есть у нас введение. При запуске новой игры будет удалено сохраненное, да. Я немножко изучил эту игру, для того, чтобы понять механику, что и как взаимодействует с этим миром великолепным. У нас, кстати, рандомайзер какой-то. То есть первый раз, когда я начинал, был один персонаж. Сейчас у нас Алисия, работала кондитером, скучает по своему другу, который неизвестно где. А первый раз у меня была вообще какая-то другая подруга. Так-с, нам вот было бы классно ту бабенцию вызволить. Но я не знаю, как это сделать. Так, давай мы сначала обыскать. Периодически почему-то клавиша обыска не работала. Так, давай конец хода. Ну, ее сейчас завалят, то есть я не смогу ей помочь, скорее всего. Так, давай тянуть. Но она... Нет, она сама не сможет, короче. Наверное, надо было сначала тянуть эту, она бы потянула ту. И, может быть, добралась бы до меня. Но нет, скорее всего. Да. К сожалению, завалили чувачка. Так, давайте зальем горючее. Вот такие у нас здесь машинки будут. Графон вот, в принципе, неплохо все выглядит. Игра, кстати, неплохо так греет аппарат. Так, все, у нас конец хода. Закончилась. Пошаговая она. То есть есть какое-то конкретное количество ходов. Так, давай забираемся в тачку. Завести. Все как положено, как в реальной жизни. Так, выбраться отсюда нафиг. Погнали. Такие вот у нас небольшие локации. Они будут, естественно, меняться. На них можно будет найти какие-то полезные предметы. И вот таких вот чувачков. Так, давай вылезем. Так, что я поприветствовать уже не могу ее? Или его? Окей, конец хода. Давайте пригласим. Ты пойдешь со мной? Отлично. Теперь надо нам... А, у него конец хода, да? Так, мы можем переключаться. К сожалению, пока оружия нет никакого. Так, давай вот на эту переключимся. Ты возьмешь. Возьмешь, я сказал. Все, отлично. Теперь валишь сюда. Так, ты у нас можешь, в принципе, сесть в машину. Так, теперь надо друга использовать. Ну, вроде бы это тоже девушка. Так, конец хода, ладно. Так, давай сюда. Заберешься в машину? А, залить уже ничего нельзя, короче. Давай, конец хода. Нам, по сути, надо, чтобы только она забралась. Заливать. Да мне кажется, не надо, там есть бак. Все, закинула, красавица. Все в одну дверь, короче. Ладно, заводим. Я сказал, заводим. Выбраться нафиг отсюда. С этими тварями мы еще будем бороться. Я не знаю, что это за существа такие. У них на башке какие-то непонятные вообще. То ли как будто кристаллы, то ли что. Ну, короче, мы едем куда-то дальше по этому постапокалиптическому городу. И, кстати, вы слышали сирены? Восточное побережье. Преодолено 10 миль всего лишь. Вон они, видите? Какие-то непонятные вообще. Что произошло, пока игра нам не повествует об этом? Я, честно говоря, думал, что в самом начале будет что-то. Мне бы хоть минутку отдыха. Отлично, что для меня нашлось место. Конечно. Реально, игруха нагревает смартфон. Вот буквально 5 минут, и у меня уже айфончик такой тепленький. Через чехол. Вряд ли далеко чего-то. Ага, соглашусь. Но они, короче, базарят тут. Куда дальше?
У нас, в принципе, есть топливо. Так, дошли слухи, что в городке Плейнвиль есть машина в хорошем состоянии. Ну, давай отправимся туда. У нас два бака есть. Ну и плюс сверху можно будет его залить как раз. Так, день первый. Закат. Вот она, тачечка эта. Так, а это что такое? Угу. Нам, по сути, надо выйти из тачечки. И ты, подруга, тоже должна выйти из тачечки. Заберешься или уже нет? А, блин. А это что такое? Вот эта палка лежит, может, мы ей бить можем? Я потому что... О, здесь есть баг. Ну ладно, давай конец хода. Так, ты, короче, подруга, давай за горючим пойдешь, а ты иди сюда, надо обыскать, вдруг там что-то есть полезное. Да, тихо-тихо, блин. Да нет, куда ты пошла, блин, не туда нажал. Так, ладно. Так, у тебя ходы не закончились? Давай вместе будем ходить. Так. Обыскать. Я сказал. Обыскать. Вот не всегда срабатывает эта кнопочка. Так, из года в год покупала сезонный абонемент. Уже намного лучше вводит машину. Угу. Блин, да мед. Это грусть, печаль, огорчение прям. Так, надо кому-то, короче... Добраться до топлива. Давай конец хода. Как-нибудь постараюсь я их обмануть. Если удастся. Так-с. Жесть какая-то. Давай сюда иди. Ага. Блин, да мед. А вот мне интересно, а в ней может... Топливо есть, нету? А, блин, в ней есть топливо. Надо было сразу забираться. Так, а у тебя? Эх, ходы закончились, ну ладно. Давай забраться, подруга. Завестись. Ну, все нормально. Мы, короче, невредимыми свалили оттуда. Единственный вот бак горючего я оставил, блин. Надо было его в самом начале прям кому-нибудь выйти, забрать этот бак. Пора передохнуть. А зачем цветок-то нам? Эй, новенькая машина. Смотрите-ка. Бак почти на нуле. Ага, точно. Карта у тебя? Угу. Ну, короче, да, поедем мы за горючим. Погнали. Вставайте, подруги. Нефиг, разлежались тут. День первый, уже ночь. Эх, тут не видно ничего. Обалдеть. Так. Вот тут придется сложно. Потому что... Ну класс, темнотище. Офигеть, хорошо я вышел, блин. Так. Ты, подруга, давай тоже. Вылази. О, как удачно ты вышла. Ну а что теперь? Вот я не знаю, зачем цветок вообще нужен. Так, у тебя тоже ходы закончились, ладно. Так, теперь мы... Залить. Давай, заливай. Конец хода у тебя, да? Окей.
Цветок, может, заберем? Ну, давай. Так, кто-то там еще вылез. Я не знаю просто, зачем мне этот цветок. Давай, заберись уже. Так. Блин, не люблю темноту такую. Давай, да что-то не всегда, короче, работает. Вот эта вещь. Все, короче, валим отсюда. Давай уже утро наступай. Вообще ничего не видно. В ночь очень сложно. Если фонарей вот на локации нету, то грусть, печаль, огорчение. Небольшой отдых не помешает. Да, спасибо, девчонки. Вы, конечно, молодцы. Вот до намеченной цели надо нам добраться. Вот мы сейчас можем выбрать еще топливо взять. Ну, наверное, топливо пригодится, поэтому поедем туда. А потом уже отправимся на вот это перекрестие, и там будет какая-нибудь жесткая битва. День второй, рассвет. Вот здесь эти твари появились. Так, я вижу бак горючего. Может, кто-нибудь один сходит, а? Так, давай, подруга. Блин, нет, не тебя надо было брать. А, смотрите, у нее два свободных места за счет рюкзака. Так, окей, конец хода. Так, залить уже ничего я не могу, да? Давай, конец хода. Так, давай, заливаем. Забраться. Завести. Можно, кстати, я так полагаю, извлекать еще. Эй, слышь. Ты че не работаешь, а? А, ходы закончились. Ты че мою тачку это? Сейчас я его проучу. А, он ее объехал, то есть настолько большая хреновина, что ее нельзя, короче, задавить. Мелкие давятся в легкую. Так, все. Аж задница болит. Так. Ну все у нас, короче. Последний вот этот пункт. Посмотрим, выпустит ли меня оттуда. Как вам подобные пошаговые игры, нравятся или нет, пишите в комментах. Так, а тут трешак у нас полный. Да? Такс. Давай, выходим. Отлично. Надо, короче, как-то это... Так, давай другую подругу выберем. Ей здесь обойдем. Все у нас, да? Конец хода. Так, надо еще вторую просто забрать. Так, эту мы, короче, сейчас поместим. Угу. У нас ходов больше, по сути. Поэтому... Так... Давай зальем. Залить, я сказал. Да ё-моё. О. Ты пока стой здесь, а я... Продолжу свой нелегкий путь. К тому баку горючего, блин. Ну, нам тут, конечно, надо еще всякие вещи пододвигать. Давай, конец хода. Такс. Блин, домет. Окей, попробуем так. Не совсем правильное решение. Ну, может быть, это, эти твари распределятся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну-ка. Ага, у нас, по сути, вот эти штуки надо отодвинуть только.
Эх, Алисия. А вот ты можешь вообще их убить? Нет. По-любому, короче, надо сначала какое-то оружие. Голыми руками они не убиваются. Так, давай попробуем сюда. Пойти так и быть, конец хода. Так. Мне бы, конечно, их отвезти вон подальше. Так, а ты у нас пойдешь, блин, вот сюда. А, черт! Собака! Все, наша подруга сейчас уже не выживет. Придется отдать ее в жертву. Так, ты сможешь забрать хоть? Давай конец хода. Но мне отсюда надо как-то выбраться, блин. Давай, Нэнси. А, Нэнси, блин. Эсси. Только ты сможешь их вот этим облить? О! Давай. Давай попробуем облить. Я говорю, облить попробуй. И все? Черт. Грусть, печаль, огорчение. Походу я не выживу в этот раз. Осмотреть. Что ты хочешь осматривать-то? Так, давай конец хода. Все. Прости, Эсси. Конец хода. Ну они офигеть, они окружают просто. Конец хода. О, спасибо. Давай. Вторую тоже сломай. А, собака. Ну-ка, допустим. Наверное, по диагонали тоже, наверное, может, да? Нет, по диагонали он не бьет. Хи-хи-хи. Конец хода. Тянуть. А, мне не туда, ее надо тянуть. Отмена действия. Все. Ходы закончились. Давай, да давай, тяни ее, подруга. Вот так отойдем, конец хода. Прости меня. Хотя ее, кстати, мне кажется, можно и оживить, но... Сейчас мы попробуем... Попробуем их обмануть. Но, блин, тащить ее придется долго. Поэтому прости, прости, Эсси. Я хотел как лучше, но... Да чё ж ты не заводишься-то? Погнали. Всё, одну тварь завалили. Отлично. Конечно, если у вас есть iOS, не знаю, там iPhone, iPad, вы эту игру можете с Apple Arcade скачать. Сейчас первый месяц подписки бесплатно. Последующие 199 рублей. Мне кажется, со следующего месяца появятся какие-то более интересные проекты. Ну, что могу выделить из того, что предложено в сентябре, это, конечно, Ocean Horn, потом Fighting, на который я снимал видео. Ну, вот эта игра прикольная, в принципе, но не AAA, конечно. Надеюсь, теперь Эсси обретет, наконец, покой. Ну, смотрите-ка, здесь диалоги все связаны. Даже не верится, что мы справились с этим. Куда теперь двинемся? А, это ее типа могилка, я так полагаю. Так, что у нас здесь? Информация давняя, но доводилось слышать, что тут хорошо с припасами. Давайте отправимся туда. У меня с баком горючим все нормально, а вот с оружием... Оружия нет. Оружие мне надо. Так,
Собака. Три собаки. Блин, я три собаки не смогу взять. Блин. Собачки вы мои. Такс. Аптечку я вижу. Давай вон к тому песику подойдем. Он ближе всех. Там, кстати, то ли фонарик, то ли чё. Нет, не убивайте собачек, пожалуйста. Пожалуйста, не убивайте, а. Твари, а. А нафига вот эта штучка? Типа как оружие, что ли? Ну давай его сюда обратно. Конец хода. Не убивайте собачек. А, не, смотрите-ка, собачки еще сражаются даже. Нормально. Нормально. Так, одна он вообще убежала, которая... Я думал, что со мной будет. Вообще ни одной собаки не останется. Что-то у них слишком много ходов. Так, надо взять аптечку. Так. А это что такое? Подожди, подожди. Это что такое? Фитиль какой-то, что ли? О, ножик есть. Отлично. Сейчас я попробую с этими тварями разобраться. Так. Днёшка. Блин, я уже не могу пригласить конец хода. Ты уходи. Уходи, уходи. А я сейчас попробую, конечно. Ай, зачем я это сделал? Ну ладно. Убегай, я понял, понял. Убить можно собачку. Ты со мной пойдешь? Доги, доги. Так. Блин, вот я зря сделал. А, кстати, может здесь вот что-то можно обыскать? Ну, давай, давай, обыскивай. Да что ж ты? Ну. Чё ты как долго, а? Ну. Да что ты не можешь обыскать-то? Во, наконец-то. О, огнетушитель. О, подожди, подожди, подожди. Я вижу, там что-то еще есть. Так, подожди, давай. Там какая-то фигня лежит, то ли это пистолет, то ли это... Вот почему? Почему, блин? Не могу поднять и все. Так. А как мы будем использовать огнетушитель? Ну, зон такой напряженный стал. Да блин, я хочу повернуть. Че ты мне не даешь, блин? Так, ай, собачку сейчас завалят, блин, я ей не сходил. Так, 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 по диагонали они не бьют, поэтому вот так вот сделаем, конец хода. Аптечку придется оставить. Блин, собачка, прости меня. Оружие, конечно, у меня слабенькое, но пойдет. Аптечку я сейчас не смогу взять, это слишком рискованно, поэтому просто валим дальше. У меня хотя бы есть теперь ножик, вот мне бы цветок надо было заменить на что-то другое. Ну ладно, так и быть. Ну давай, заводись. Напряженная такая музыка, типа. Сейчас тебе настанет крандец. А, конец хода, все, у меня ходы закончились. Так, все, выбраться нафиг отсюда.
И что же будет дальше? Блин, смарт вообще греется. Вроде графон здесь не такой крутой, но, видать, ресурсов видяхи используются нормально. Так, теперь, когда Арфур уже не с нами... Ну, короче, по каждому персонажу, которого мы приглашаем и которого потом убивают, мы грустим. Так, здесь что у нас? Может, найдем там какие-нибудь запчасти. А запчасти мне зачем? Не знаю. Здесь, по слухам, там есть новые тачки и назойливые твари. Ну, с этим, я думаю, разберусь в следующий раз. Если вам интересно продолжение, то ставьте большие пальцы вверх, ну и пишите об этом в комментариях. Но сразу предупрежу, что не всегда я делаю продолжение по многим играм, потому что либо они меня не зацепят, либо вам это неинтересно и, допустим, мало комментариев. Поэтому продолжение на многие игры, которые выходят у меня на канале, вы не видите. По колде скоро, насколько я наслышан, будет глобальный релиз, то есть мировой, и можно будет продолжить рубиться в колду вместе, может, с DevTouch'ем, попробуем, посмотрим, короче. Ну что ж, а на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!